И снова здравствуйте, всем привет. Итак, попался мне ролик, значит, по симуляции. Ссылку на ролик и на канал кинул в описании. Вот хочу попробовать, да, как это все дело происходит. Так сказать, для себя законспектировать. Значит, посмотрим систему. Значит, пусть у нас будет куб, Shift A, добавляем mesh, добавляем UV-сферу, делаем ES. Перетаскиваем ее, допустим, где-то вот сюда. Так, теперь открываем таймлайн. Перематываем вот чуть-чуть вот таким вот образом. На первом кадре прописываем и локация, значит, в сфере. Потом ставим на 12 кадр. И, значит, подводим к нашему кубу. Вот так. И локация. Смотрим. Анимация работает. Ставим где-то 29 кадров. Пускай будет. Раз. Раз. Все. Переводим, значит, на 12 кадр. Добавляем физику. Rigid Body. Так. Смотрим. Анимация. Вот. Все. Он начинает падать. Оставляем на 12 кадре. Добавляем анимацию. Прописываем ее. И на 13 кадре отключаем анимацию и прописываем. Так, смотрим, что получается. Вот он, раз, пролетает. Все нормально. Так, следом выбираем наш куб, добавляем ему Rigid Body, добавляем ему пассив, ставим ему анимацию. Смотрим, что получается. Вот, все, она уже отлетает, значит, сфера, да? Shift A. Добавляем план. Делаем ему, значит, S. Побольше можно перетащить чуть. И на план ставим, опять же, Rigid Body. Ставим пассив. Анимацию уже не ставим. Так, и что получается? Бамс. Все, вот он отлетает. Здесь ставим ему Mesh. Вот, раз он начинает тут. Ну, анимация можно еще подлинейная поставить. Давайте попробуем где-то 45 кадров поставим. Все, вот сфера, значит, скатывается. Все это нормально, если сделать, допустим, теперь такую штуку. Вот, допустим, у нас есть сфера, мы заходим в Sculpt Mode и как-то тут ее, так, значит, с помощью тянучки, вот, допустим, придадим ей какую-нибудь такую форму. Ну, чтобы лучше отталкивалась и не катилась дюйм, да, ну, и по камне, как в ролике, чуть исказим его, пойдет. Object Mode, смотрим, что у нас тут получилось. Вот, теперь у него по-другому он отлетает, вот уже интереснее, не откатывается, да. Так, эта вот система работает. Надо теперь проверить на моем, значит, персонаже, как это будет там работать. Ну, давайте зайдем, значит, в анимацию. Итак, вот здесь приблизительно такая вот анимация, как в ролике. Только не в миксам, а сам сделал. Тройка на numpad, делаем Shift A. Добавляем, значит, mesh. Добавляем икосферу, пускай будет. Делаем S. Уменьшаем. Отводим ее. Прописываем и локация. И, значит, опять же, где-то на 12 кадре к нашему щиту подводим. И локация. Смотрим, что получилось. Вот она долетает. Теперь, опять же, ставим физику Rigid Body на нашу вот эту сферу. Включаем. И у нее пропадает анимация. Во, вопрос. Там работает, а здесь она пропала, да? Это ж не есть хорошо. И что? Откуда это все идет? Интересный вопрос. Так, вот откуда это все идет? Почему вот здесь она пропала, анимация? Так, давайте еще попробуем поэкспериментировать. Вот, значит, гражданин. Это риг миксама, Shift A, добавляем ему mesh, добавляем UV-сферу, делаем пусть S,
делаем G, делаем I. Локация, смотрим, с первого кадра начинается. Так, теперь вот эту штуку G на нашу, так, на, ну пусть будет 14 кадр. G на нашего, значит, персонажа, плечо пусть удаляется ему. Так, вот сюда куда-то. Пишем и локация. Теперь ставим на нашу сферу Rigid Body. Проверяем, включаем. Вот, видите, здесь она упала, вот эта сфера. Теперь я на 14 кадре, допустим, ставлю анимацию, прописываю. Следом 15 отключаю анимацию, прописываю. И вот она пролетает сквозь, значит, этого персонажа. Теперь по барабану давайте любую деталь выбираем. Делаем это пассив, анимация. Ставим, значит, mesh. Этому тоже ставим mesh. И пробуем. Вот, видите, от него отлетает. Работает эта штука. Теперь Shift A, делаем mesh план, делаем, значит, S, и на план тоже ставим Rigid Body, пассив без анимации. Так, тройка на numpad, проверяем. Сейчас вот она прогонится, вот, видите, и все, она сталкивается, все работает, все отлетает. Там, может от меча отлетать, ну, на любого, да, эту штуку. Пробуем N панель. Может быть, вот этот аддон, что кости заменены, очень влияет. А ну-ка, давайте попробуем, значит, преобразовать, значит, анимацию Миксама. Преобразуем кости. И пробуем. Так и нет, видите, все работает. Так, и вот, вроде бы, ну что тут, да, ну, тот же персонаж, ну вот кости, да. Ну, допустим, я вот этот, я не знаю, что ему сделать. Ну, давайте я вот этот план удалю, может, он что влияет. Давайте вот эту штуку сотрем, которая вот с этой штуки, да. Так, теперь что сделаем? Английская А. Так, давайте поставим теперь, ну пусть не с 10, пусть будет нулевого кадра, да? Это значит G. Уведем подальше и поставим, значит, здесь, значит, с первого Enter. Даже можно с нулевого, да? Может, он только с нуля работает. Так, что теперь? Ну, уберем вот эту сферу, допустим, delete. Ладно. Shift A. Добавим mesh, добавим сферу новую, делаем ее, допустим, S. Пусть побольше будет, да? G. Тройка на numpad. Прописываем I. Локация. Потом на 12 кадр передвигаем Shift его. Стапливаем, допустим, сюда. И локация. Смотрим. Вот, все. Здесь она вроде есть. Ставим на 12 кадр. Подключаем, значит, физику. Rigid Body. Вот, все. Здесь упало. Возможно, от плана этот глюк был. Так, теперь я на 12 кадр ставлю анимация. Теперь ставлю на 13 отключение анимации. Вот, а сквозь него пролетает. Теперь выбираем щит. Так, а на щит уже стоит, значит, этот. Так. На щит уже стоит Rigid Body, да? Так, и что тут получается? Тут один щит, два щита. Так, вот на этот поставим, значит, пассив и анимацию, допустим, да? Ага. Так, выбираем 12 кадр
и вот эту штуку, значит, в бок щит. И локация, значит, эту delete, о, Ctrl-Z, 13 кадр, значит, delete, на 12 ставим, так, прописываем, значит, анимацию, и на другом кадре 13 это отключаем. Так, а это, что он сюда забирает? А, он уже... О, вообще пропал. О, а что это он так низко? Пассив, а, так, анимация включена. Анимацию прописать. Во. Работает. Так, на какую у нас стоит? Пассив. Так, и на эту стоит. А ну-ка. Один щит надо удалить. Во. Этому ставим анимацию. Во. Заработало. А тогда не работало, это значит что? Значит, план влиял. Видно, большой план. Сильно много растянутый был. То есть, а, mesh, план. План надо добавлять, значит, потом. И желательно, наверное, не квадратом его, а как бы вот прямоугольником, что ли. И на него тебе 3G2 без анимации пассив. Вот. Теперь на этот материал новый пускай будет черный, а на этот пускай будет зелененький. Ну вот теперь можно какие-то камни делать там, чтобы типа что-то летело с персонажа. Все работает, прикольная штука. Повторюсь, ссылка на оригинальный ролик в описании под этим роликом будет. Все, всем пока, до свидания.